С нами Амир Нуруллин, 33-й номер Владимирского Торпедо. Амир, пару слов об игре. Ну, я считаю, была хорошая игра. Первый тайм прошел за нашим преимуществом, кроме там гола. И я считаю, всем болельщикам понравилась эта игра. Прошла на встречных курсах. Второй тайм, ну, без комментариев. И считаю, что не набрали очков. То, что матч начался в 9 вечера по местному времени, как считаете, повлияло на ход игры? Нет, не считаю. Ну, конечно, непривычно было, но такая атмосфера Лига Чемпионовская, можно сказать, была. А так все замечательно. Большое спасибо.